пошире и более плавные повороты, потому что это нереально, в поворотах влетают, и все там собираются в такую кучу. У нас есть страна, у нас в стране есть снегоходные гонки, есть результаты этих снегоходных гонок, и они выглядят именно так. Первое место — Шеленков Сергей. Я все время стесняюсь его называть Сергеем, я не знаю, все время мне казалось, что у него в паспорте Сергей. Или там Лига. Далее, зачет ветеран. Четвертое место. Бакланов Михаил. Спасибо вам. Третье место. Минаев Андрей. Кличка бешеный. Единственный лайфхак вообще как и конкурс. Второе место. Шихаям Сергей. Серега — душа нашей серии, он все время поддерживает нас фотографиями в интернете, но везде. Просто душа нашей серии. Номер один всегда номер один. Один, но номер два, а номер один у нас тренер. Итак, первое место. Марголин Михаил. Учитель группы ветеранов. Суровый дядька, известный руководитель. Спасибо огромное вам. Итак, переходим к итогам. Я бы хотел огласить победителя женского зачета Кубка партизан Small Mobile 2011. Торцию дали. По правилу получает золотую медаль диплом. Я понимаю, что это, наверное, удивительно, но это так, это честно и однозначно. Не подтасовка, это факт. Спасибо, передачу. Как обычно, один приезд решает все. Шеленков Сергей. Он второй раз в этом сезоне получает сертификат поездки на Ладогу. Это главный приз нашего соревнования. И поверьте, если у вас еще найдется времени, если даже нет сертификата, тогда стоит съездить. Первое место. Партизан Small Mobile 2011. Зачетный класс «Ренегат» по праву. Жучков Андрей. Просто нам нравится и хочется, чтобы люди помнили о снегоходах. Не забывали о них и не занимались. Спасибо, очень приятно, и очень приятно будет в такой компании участвовать на Ладоге. Третье место. Партизан Small Mobile 2011. Зачетный класс «Ветеран». Минаев Андрей. Пешеный лайфхак. Я отвечаю, это касается не только Московской области. 100%.
нежно трогайте гашетку. Итак, вот он, Марголин Михаил, первое место. Еще раз поздравим группу ветеранов. Не знаю, кто придумал это звание, я бы сказал, да давайте поздравим зрелых людей с тем, что они не бросили это. Что могу сказать? Огромное спасибо, искренне, искренне, честно. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что я с вами со всеми знаком теперь. Отдельное совершенно спасибо Кимсу. Отдельнейшее, огромное спасибо Илюхе и Артуру. Я имею в виду Арчика и Викинга. То есть, ну, мужчины, которые поддерживают это, создают это. И хотелось бы пригласить сюда Екатерину Анатольевну. Пройдите сюда, пожалуйста. Это человек, благодаря которому ваши результаты. Все подсчитаны, все награждены, безошибочно. Это то, что лежит на ее плечах. Спасибо огромное, постараемся вас еще чем-то привлечь, заинтересовать и рады всегда видеть на наших соревнованиях. Спасибо, ребят. И еще от нас, участников, я хочу сказать огромное спасибо организаторам вот этих соревнований, которые нам создали два года подряд. Потрясающий праздник! И вот этих снегоходных соревнований. Спасибо вам большое! После водки буду, конечно.